фигитур, Juvenes dum sumus. Gaudamus igitur, Juvenes dum sumus. Post jucundem, Juventudem, post malestem, senectudem, Mosca bebit humus, Mosca bebit humus. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Плюсы и минусы». С вами снова я, Ольга Бабаянс. Сегодняшний день и сегодняшнюю передачу я назвала «Честь и совесть нашего времени». А почему так? Прозвучал «Гаудеамус», гимн студентов. Вчера, 25 числа, был день святой великомученицы Татьяны, покровительницы всех студентов. И вчера студенты праздновали свой Татьянин день. День студенчества. И это здорово, потому что студенты – это те молодые люди, которые будут в будущем создавать благополучие нашей страны. И не только нашей страны, а большой нашей вселенной, нашего земного шара. Потому что такого количества украинцев, которые разбросаны по всему земному шару, наверное, нет ни в одной нации другой страны. Студенты, студенчество. Мы сейчас идем по пути реформ, так будем говорить. И грядет реформа высшего образования, грядет реформа медицинского обеспечения нашей страны. Что несут в себе эти реформы? И вот вопросы чести и совести, наверное, они сейчас главенствуют. Я очень хочу, чтобы молодые люди, которые сейчас именуют себя студентами, понимали, что, обучаясь в высших учебных заведениях, становясь полноценными обладателями дипломов о высшем образовании, они берут на себя ответственность. Ответственность о национальной безопасности, о экологической безопасности, о нашем здоровье. Но об этом мы поговорим чуть-чуть позже. А я хочу в этот день, 26 января, вспомнить о человеке, который есть просто той личностью, которая честь и совесть для которого была основное. Честь, совесть, добропорядочность. 26 января 1926 года родился Вадим Николаевич Гондаренко. Это мой отец. Я несколько раз уже вам рассказывала о нем, об этом замечательном человеке, о человеке, которому сегодня исполнилось бы 90 лет. 90 лет – срок совсем немалый. Однако же его сила духа, его сила воли, его колоссальное, просто бешеное желание спасать людей, спасать планету, спасать воды планеты, они и привели к тому, ведь ушел он из жизни, тоже на рабочем месте, 16 лет тому назад. После все эти 16 лет его очень не хватало нашему обществу, украинскому обществу. Каждое его слово, каждый его посыл, каждое его завещание, которое он оставил в своих трудах научных, в чистой днестровской воде, которую он охранял, как только умел. Хранитель Днестра, так его называли его коллеги, мы называли и называли его ученики. Оставил по себе он очень много ценного и важного. А самое главное, что Вадим Николаевич, мой отец, он оставил настоящих учеников, которые сейчас защищают нашу экологию, наши чистые воды. Иван Русев, на картинке сейчас увидите наш замечательный такой сюжет на фотографии. Это маяки. Маяки и Вадим Николаевич в окружении, всегда в окружении благодарных слушателей. Это и студенты, аспиранты, это ученые, и это огромное количество зарубежных его друзей, зарубежных ученых, которые вместе с ним вот так вот сплавлялись по Днестру, проводили первые путешествия в состоянии экспедиции Днестр, Днестр 2000, Днестр 2001 и так далее. Потом эти экспедиции стали проводиться уже без Вадима Николаевича, потому что его не стало. Такие люди, они достаточно, их и много, и их очень мало.
Потому что, невзирая ни на что, мой отец, Вадим Николаевич, он был абсолютным, абсолютно справедливым человеком. Нам доставалось, нам сестрой я доставалась от него за наши шалости, но никогда отец не прикладывал к нам руку, потому что он понимал, что воспитывать дочерей надо по-другому. И мы впитывали каждое его слово. Только потом, спустя много лет, когда мы уже повзрослели, мы начали понимать, насколько отец был прав. Его одну фразу я до сих пор помню. Он когда-то сказал, говорит, пока я жив, вы будете пить чистую воду. Пока я жив, я буду бороться за наш Днестр. Он огромное количество своей жизни, кусок жизни отдал на то, чтобы не построена была Нижнеднестровская ГЭС. Потому что за регулирование, как он всегда говорил, а это говорил его учитель Петрунь, профессор Петрунь, зарегулировать равнинные реки могут только безумцы. То, что сделали с Каховским водохранилищем, то, что начали преобразовывать на Днестре. Ведь отец был абсолютно прав, когда говорил, что если мы на Днестре будем ставить гидроэлектростанции, мы потеряем вообще водность Днестра. И так и случилось. Отца не стало в 2000 году, и начались проблемы. Вернулись к строительству Нижнеднестровской ГЭС, потому что некому было отстаивать уже позиции. И Днестр потерял свою былую наполненность водами. И это, к сожалению, и сейчас это имеет место, и сейчас творится не совсем. Если бы Вадим Николаевич видел то, что сейчас происходит, да если бы он был жил, наверное, не было бы этих застроек на Днестре. Не было, я знаю точно. Я в этот день хочу действительно вспомнить об отце, потому что я готовилась к этой передаче. Я очень хотела, чтобы вы еще раз услышали о нем, о Вадиме Николаевиче Гончаренко. Потому что и он, и вся его семья, и отец, и мать, они были такими же одержимыми. А на одержимых строится мир и благополучие. Однако же, если говорить о чести и совести нашего времени, почему меня зацепило это название и почему вот так мне захотелось с вами пообщаться именно вот на эту тему. Дело все в том, что, кстати, 737-73-10 и телефон студии, я вас прошу, задавайте вопросы, потому что сейчас мы будем говорить, может быть, об очень неприятных вещах, очень серьезных и проблематичных. Однако же, я считаю, что то, что у нас не все складывается в нашей стране сейчас так, как мы хотим, то, что так тяжело у нас идут реформы, в этом есть вина каждого из нас. Почему каждого из нас? Потому что каждый на своем месте должен уметь говорить правду. Каждый должен быть честным, во-первых, с самим собой, во-вторых, с окружающими. На каждом шагу нашей жизни, каждый шаг вот в быту, на работе, где угодно, мы сталкиваемся с тем, что у нас что-то происходит не так. У нас потеря чести, совести, добропорядочности стремительно увеличивается. Почему так происходит? И я вот возвращаюсь к реформам, которые грядут. Сегодня я хочу затронуть, ну, не медицинскую реформу как таковую, потому что пока то, что говорится, то, что вводится в законодательную базу, пока это все очень размыто, очень тяжело и непонятно, что же будет, потому что мир цивилизованный идет по пути в медицине, по пути страховых полисов, по пути различных программ. У нас же бесплатное медицинское обеспечение. А насколько оно бесплатно? И можем ли мы говорить о том, что у нас бесплатная медицина? Я бы хотела маленький сюжет, чтобы вы посмотрели. Вот здорово очень отображение отношения наших жителей к врачам. Вот такие тяжелые шутки, вот такие шаржи небольшие, они очень о многом говорят. Почему врач, тот врач,
который, у которого есть клятва Гиппократ, почему он превращается в вот такое чудовище? И вот об этом надо думать, потому что если мы опять-таки будем замалчивать ситуацию, действительно будут врачи такие, которые, извините, кишечник достали, а собрать не могут, потому что не понимают, где он начинается, где заканчивается. Говорить о врачах очень трудно, с одной стороны. С другой стороны, вы знаете прекрасно, что ко мне на программу, к нам сюда в студию, приходит достаточно большое количество представителей медицины. И я не могу себе представить, чтобы мой уважаемый коллега из еврейской больницы, зав. Отделением первой гинекологии Анатолий Дьяков, или прекрасный врач-специалист зав. Отделением, лор-отделением в еврейской больнице Ирина Миусская, или мои гости Олег Избаш, или Максим, дерматолог наш известный, чтобы он или один из них предъявил какие-то материальные претензии своему пациенту до того, вообще до того, как произойдет именно сама либо операция, либо что-то. А у нас, по-моему, звонок в студию, и я слушаю. Здравствуйте, мы вас слышим. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела бы, во-первых, как бы поздравить вас с днем рождения вашего отца. Спасибо. Узнаю. И еще, слушая вашу передачу, слушая о наших современных врачах, как бы сказать в кавычках, я бы хотела и рассказать свою историю. Ну, давайте, можно. Давайте. Ну, мы на этих новогодних праздниках 5 числа попали в областную больницу с подозрением на грипп. За все период лечения у нас не было стационарного диагноза. А еще такая ситуация была, что врачи приписывали лечение. То есть у нас было, мы попали в больницу, ребенку 9 месяцев, нам приписали один антибиотик. Извините за такое, что в эфире, как сказано, у ребенка рвота от понос. Вместо того, чтобы восстанавливать желудок после антибиотика, мы приписываем второй антибиотик. У ребенка температура, после этого уже начал ребенок идти на поправку. Температура вечером 36,0. Нам медсестра говорит, мы будем ставить укол аналогичный с димедролом по вене. Я говорю, смысл ставить от этого укола, если температура уже нормальная? Нам врач сказал, что надо ставить, мы будем ставить. То есть наши врачи, в кавычках, могут и лечить, и калечить одновременно. Эта ситуация была в областной больнице? В областной больнице. Спасибо. Вы знаете, вы, наверное, оставите свой телефон, да, прозвоните на наш телефон 737-7310, оставьте телефон. И мы уже запланировали с моими, такая есть у меня группа инициативная гражданских лиц, которые мы взяли на себя ответственность, так как передача у меня все-таки национальная безопасность, и это важная передача, то мы, конечно, проследим ситуации, те, которые происходят. Вот эта ситуация, конечно, она из ряда вон выходящая. И я, к сожалению, знаю, что это не единичные случаи. Я почему вот звонок как-то так тоже, видите, как будто бы телепатически подействовал, потому что вот об этом я и хотела поговорить. После наших встреч здесь в студии с медициной, с замечательными, я считаю, замечательными врачами. И врач сам по себе – это профессия, которая, что означает? Каждый врач дает клятву Гиппократа. И если эта клятва Гиппократа прозвучала, если клятва Гиппократа была произнесена, врач уже не имеет права отступать. На Facebook ко мне часто приходят сообщения: помогите, такая ситуация, помогите, другая ситуация. Так как я достаточно публичный человек, и очень многие меня знают, знают мои телефоны и знают, что передачи наши здесь, на канале «Медиаинформ», они приносят определенные результаты и меняют жизнь нашего общества, то вот и приходят разные сообщения. Я могу сейчас с вами поделиться, и я хочу, чтобы вы прониклись пониманием того, что в каждом, как говорят, в семье не без урода. Я преклоняюсь перед нашими врачами,
которые за 3000 гривен своей зарплаты, они не забывают о клятве Гиппократа. Они проводят по 6-7 операций в день. Это ужасно. Это неправильно. Но это вопрос к государству, к власти, которая так поступает с врачами. Врач не должен, конечно же, я поддерживаю слова министра нашего Квиташвили Александра, который сказал, врач не взяточник, врач просто получает гонорары. Здесь я не согласна, потому что врач должен получать не гонорары, врач должен получать достойную зарплату за свой труд. Но вопрос другой. Если врач, а вот ситуация, я вам сейчас ее расскажу, какая была жутчайшая ситуация. Я опосредованно принимала участие в начале этого процесса. Ко мне обратилась за помощью одна молодая женщина, которая должна была уже была практически в предродовом состоянии, где оставался месяц или два, но у нее проблемы, у нее есть сердечная недостаточность, и нужна была консультация кардиолога. Я устроила ее на консультацию к кардиологу очень хорошему, все благополучно, назначили лечение, и женщина готовилась к родам. В областном роддоме, как раз во время, по-моему, это была предновогодняя ночь, или же тогда, когда уже был снег. Нет, это не новогодняя, это, по-моему, предрождественские были дни, когда вот начинался уже снегопад. И заснежило, дороги замело, понятно, добираться было очень сложно. Женщина рожает. Так как она сердечница, то принято было решение проводить кесарево сечение. Была произведена операция. Ребенок родился. Но вот незадача. Получается, что ребенок родился, а утро, подходит утро. Да, я прервусь, наверное, потому что у нас снова звонок. Здравствуйте, мы прерываемся и ждем. Здравствуйте. Любенька, пожалуйста, помогите. Я болею, у меня все время сосуды на ногах, прыщики выскакивают, и это самое... И я была в больнице, лежала 7 дней, капельницы делали мне, закрепили мне желудок. 7 дней я не могла в туалет сходить. Пришла домой, выписали, или это самое, скаловые камни. Не могу. Пью касторку. Что мне делать? И сердце, и давление высокое. Падает, давление уже было. Пришел врач, у меня было давление 85/45. Скажите, в каком районе вы живете? Люстовская дорога, 146/2, квартира 72. Вы знаете, сейчас вас запишут, наши операторы и режиссеры запишут. Вы оставьте телефон свой, хорошо? И я постараюсь вам помочь. Я вам найду врача, помогу вам с консультацией. Хорошо? Оставьте свои координаты. Хорошо? Спасибо большое. Спасибо. И будьте здоровы всегда, в любом случае. Ну что же, вот видите как, уже мы получаем звонки, и вот такие звонки я получаю каждый день с проблемами. Продолжу. Закончилась смена у врачей. Роженицу должны были отвезти в палату. Роженицу в палату не отвезли, потому что врач подошел и сказал, пора рассчитываться. Она просит, говорит, извините, но извините, муж сейчас подвезет, сейчас. То есть, слава богу, операция прошла нормально, ребенок нормальный, все. Но вы представьте себе состояние женщины, которая не отказывалась от вручения благодарности и гонорара. Но вы поймите и совесть, где честь и совесть того врача, который, принимая роды и исполняя свой врачебный долг, вдруг превращается в вымогателя. Как это может быть? Как человек, давший клятву Гиппократа, может вести себя таким образом? Этот вопрос я тоже не оставлю без внимания, потому что потом привезли деньги, добрался этот муж этой женщины, он добрался таки по сугробам туда, но было все испорчено, плохое отношение санитаров и медсестер, и как это так бывает, что есть врач, медсестра и санитарка, и все они в одну дуду поют. Смена заканчивается. Понимаю, что им надо прийти и тоже с каким-то куском хлеба и с маслом прийти домой. С другой стороны, врач всегда остается врачом. Врач жертвует своей жизнью ради других. Такой врач был мой дед. Дед, который во время войны имел
огромный госпиталь, был главврачом госпиталя на стыке. И когда вошли уже в Севастьяновку, это место, где находился госпиталь под Уманью, вошли немецкие войска, дед сохранил жизнь евреям-фармацевтам, ставшим грудью, и не дал. И немцы поняли, что такого человека нельзя ни убить, ни застрелить. Дед выполнял клятву Гиппократа. Он спасал наших воинов, и он спасал и тех немцев, которых приходилось спасать, потому что они тоже были люди. На войне, как на войне, однако же, врач всегда остается врачом. А давайте мы маленький-маленький момент потратим на клятву Гиппократа. Будьте добры, дайте нам сюжет. Клянусь Аполлоном, Асклепием, Гигеей и Панакеей и всеми богами и богинями, беря их в свидетели, я направлю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда. Клятва Гиппократа. Клятва Гиппократа. Я могу еще очень много рассказывать жутких историй врачебных. Однако же, я хочу, чтобы, опять возвращаюсь к студентам, может быть, моя передача сегодня именно для тех, кто сейчас пока еще растет, для тех, кто поступает в мединститут и целью своей видит спасение людей. Не выгоду, а спасение людей. Скажите, пожалуйста, какая реформа? Как бы ни шла реформа, куда бы она ни двигалась, если у человека чести и совести нет, он никогда не будет настоящим врачом. Но, опять-таки, если молодой человек поступает в мединститут и понимает, что ему надо будет зарабатывать деньги прежде всего, я думаю, что ему надо менять профессию. Потому что каждый, кто заканчивает мединститут, он знает, на какие зарплаты он идет. Я не могу сказать, что 3000 – это действительно мало. Врач должен иметь такую зарплату, при которой он бы не беспокоился о том, что у него будут голодные дети, голодная семья. Он должен иметь достойную зарплату, он должен иметь возможность отдыхать и постоянно растить свой ум. И взращивать ум. Понимаю, что это сложно, потому что с такими деньгами, да, врач иногда задумывается. Но вспомните наших врачей без границ. Вспомните тех врачей, которые работают в зоне АТО, антитеррористической операции. Они отдают, они не стоят за подачкой, они не ждут подачку. Они делают свое дело. Потому что клятва Гиппократа всегда остается клятвой Гиппократа. Если врач берет взятки, такой врач не должен работать. Я так считаю. Куда бы мы ни двинулись, какую бы больницу, вы знаете, наверное, больше всего негативных таких моментов я не буду сейчас. Я знаю фамилии врачей, я знаю ситуативно все, как, где, что происходит. Так получается, что я много знаю. Я не буду сейчас, естественно, это оглашать. Но, может быть, наша передача, может быть, наше общение вот с вами, дорогие мои телезрители, приведет к тому, что мы... Кстати, опять звоночек. К тому, что мы научимся правильно относиться друг к другу. Звонок, мы слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, слушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вот я слушаю вашу передачу. И думаю вот о том, что вы говорите, брать, не брать. Вот я вспоминаю этот фильм, то ли не горюй, то ли мама, я с тобой, вот как доктор говорил, возьми мешок муки и возьми этого барана и отдай этой девочке, которая пришла, которая просила за свою мать. Вы понимаете, доктор, вы помните, да, этот фильм? Конечно, конечно. Ну, грузинский этот Кикабидзе. Да, да, я не... Один, да, который... Да. Извините, пожалуйста, который за мочу там говорил и про... Может быть, он не очень так лечил, там, может быть, но он у богатых брал, а бедным отдавал.
Может быть. Я не говорю, что так, допустим, вот доктора, там, ну, он должен, мало ли чего, вот, может быть, в жизни, да, вот, у кого-то больше, у кого-то меньше, да? Значит, у одних ты взял излишек, и у кого-то не хватает, ты немножко подсунь ему. Ну, подсунь, ну, не говори, что там, допустим... Я вас поняла. Это ваш вопрос, да, или мнение просто? Я так понимаю, что мнение. Вы знаете, говорите вы, ну, где-то правильно, конечно. С другой стороны, я еще раз повторяю, врач не должен стоять с протянутой рукой в любом смысле этого слова. То есть, если врач впереди своей проделанной работы требует плату, это не врач. Врач, который проставляет сумму за свою операцию, да? И мы говорим, он замечательный врач. Да бог с ним, пусть он будет 100 раз замечательным врачом, но это уже, понимаете, червоточинка есть. И любое отклонение от нормальных действий, я считаю, что это нарушение клятвы Гиппократа. Меня тревожит то, что грядет медицинская реформа. И опять у нас звонок в студию. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Да, слушаем. Алло, я хотела бы... Вы слышите меня? Плохо, но слышим. Слышим, но мешает что-то. Алло. Да, слушаю вас. Говорите, здравствуйте. Значит, моя дочь лежит сейчас на слободке с третьим отделением травматологии. Слушайте меня, да? Да. Значит, заходишь в травматологию, 2 рубля стоит чуни, которые на ноги. Значит, 2 рубля на лицо, чтобы вот это все... Как можно, скажите, пожалуйста, какими поборами заниматься? Моя дочь, она инвалид. Инвалид. Да, понимаю. Ей делали операцию. Значит, для того, чтобы с операционной перевести в палату, санитарки попросили 80 гривен. За то, что они с операционной привезли в палату. Будьте добры, я вас прошу. Вы меня слышите? Да. Оставьте, пожалуйста, свой телефон и свои координаты. Сейчас запишут операторы, хорошо? Режиссеры и операторы запишут ваши координаты. Пожалуйста, оставляйте. Мы попробуем вам помочь. Пожалуйста. Ой, друзья, дорогие друзья, вы же видите, что творится. Такого ажиотажа продолжаются все те же проблемы, они продолжаются. И независимо от того, это город или это районные больницы. Я вам так скажу, что в городе проблем у нас в Одессе очень много. И таких вот звоночков страшных все больше и больше. Мое обращение к врачам. Я еще раз повторю, что я преклоняю голову перед теми великими врачами, которые у нас есть в Одессе. Те, которые, несмотря ни на что, невзирая на достаток, недостаток, они делают свое дело и спасают людей. И я вам могу назвать огромное количество этих врачей. Это мои друзья, с которыми я общаюсь. Я знаю, что они всегда вытянут любого больного из самого тяжелого состояния. И, дорогие мои друзья, не знаю, как назвать, генерик друзья или как это, подобие врачей. Те, которые вот сейчас, вот даже вот эти случаи, я вам обещаю, дорогие телезрители, я вам обещаю, эти, ну, так сказать, врачи, что мы с нашей инициативной группой будем разбираться в этих вопросах, потому что так жить нельзя, так поступать нельзя. Вы знаете, у врача маленькая зарплата. Если вы с этим не можете мириться, идите, ищите другую работу. Вы прекрасно знаете, что, давши клятву Гиппократа, вы должны исполнять. Но если вас это не устраивает, не мучьте себя и не мучьте окружающих людей. Я думаю, что это было бы правильно.
Что? Я понимаю, что передача у нас заканчивается. Я очень многое не сказала, то, чего хотела сказать. Однако же, я хочу, чтобы честь и совесть нашего времени, она всегда была, она всегда присутствовала. И я так понимаю, что у нас, кажется, уже окончание передачи близится, да? Дорогие мои друзья, еще раз, я вам обещаю, что мы поговорим не только о реформе медицины, мы вернемся еще к этим вопросам тяжелым, мы будем говорить о реформе высшего образования, потому что там тоже огромное количество проблем. Наука сейчас умирает, чтобы вы понимали. И наше правительство способствует этому. Мы забываем о национальной гордости. Мы забываем, мы перестали быть патриотами. Мы перестали защищать свою страну. И виноват каждый. Потому что дело каждого – говорить правду. Дело каждого – бороться за то, чтобы нас не обманывали, за то, чтобы нас не залечивали до безобразия. Я не хочу на грустной ноте заканчивать передачу. Я хочу вернуться еще раз к тому человеку, к моему отцу, который впереди всего ставил честь, совесть и добропорядочность. В его память я хочу, чтобы прозвучали его, чтобы вы увидели его завещание. А с вами я прощаюсь. Я желаю вам национальной безопасности. Звоните. Звоните на студию. Всегда передадут мне ваши координаты и телефоны. Пожалуйста, я никого не оставлю в беде. Все, что смогу, сделаю для вас. Будьте здоровы. Национальной вам безопасности.